Бесплатную помощь детям с врожденными челюстно-лицевыми дефектами оказывают в Махачкале. На базе детской республиканской клинической больницы проходит благотворительная акция. Уже есть ребята, которые теперь могут улыбаться без стеснений. Алина Багилова расскажет подробности. Цель подобной акции – подарить детям с врожденными дефектами лица возможность красиво улыбаться и вести нормальную жизнь. И сделать качественную медицинскую помощь бесплатной и регулярной. Помощь специалистам больницы имени Кураева сформирована команда волонтеров благотворительного фонда «Операция Улыбка». В составе 18 специалистов, включая челюстно-лицевых хирургов, детских анестезиологов, педиатров, операционных, палатных сестер и детского психолога. На самом деле этих детей надо видеть до операции. И когда через час, полтора, два часа, когда уже с операционного выносит ребенка, это совсем другой ребенок, потому что вот после операции на самом деле у них вот другой облик лица, и от этого результата зависит вот их будущее, скажем так, чтобы они себя не чувствовали вот какие-то ушибленными или... Это такая вот очень ювелирная, тонкая работа. Здесь это большая, колоссальная работа, потому что каждый год я вот приезжаю в Дагестан, в Махачкале, я отбираю детей, составляю список, потом в Чечне, в Ингушетии, в Осетии, езжу по республикам, собираю вот детей, которые... нуждается именно в нашей помощи. Благодаря качественной и вовремя проведенным операциям эти дети получают шанс навсегда забыть о своем дефекте и жить нормальной жизнью. Изначально поехали в Краснодар записываться на операцию ребенку. Родился у нас малыш с расщелиной губы и неба. Вот у нас фотография до. И поехали в Краснодар записываться на операцию. Там сидела девочка, она уже у вас в Таганроге была на этой благотворительной акции. Она рассказала, что есть такой благотворительный фонд, называется «Операция Улыбка». Мы приехали сюда, нас прооперировали. Вообще вообще низкий поклон всем, всему медперсоналу, всем хирургам, медсестрам за их профессионализм, за их отношение внимательное. Детям с этими пороками медицинская помощь оказывается в Республиканской детской клинической больнице Махачкалы бесплатно на постоянной основе. Все операции наши бесплатные. Это государственные учреждения. Ни у одного больного никто вам не может сказать, что мы платно оперируем. Эта операция у нас бесплатная. Где-то 100-120 операций. На сегодняшний день за 9 месяцев мы выполнили операции, 87 операций данного типа. Благодаря тому, что акции «Операция Улыбка» проходят во многих городах России, дети с врожденными дефектами лица могут получать помощь специалистов по челюстно-лицевой хирургии в пределах своего региона. А вообще операция сложная, потому что при этой патологии у детей нарушается питание, дыхание, они не могут кушать. Тут не только в улыбке дело, но еще и в функциях. В основном нарушается функция питания, потому что там аномалия такая, которая не позволяет нормально кушать ребенку. Ну и в дальнейшем, если вовремя не прооперировать, у ребенка будет очень плохая речь, непонятная. Поэтому лучше эту операцию делать примерно в свои сроки. Смысл этой акции ведь не только в том, что мы бесплатно оперируем детей, но еще и в том, что мы между собой общаемся и учимся. Вот, потому что есть такая пословица «век живи, учись, век учись». И я проработал достаточное количество, лет 30, наверное, уже. Но все равно чувствую, что есть всегда постоянно все меняется, и новое появляется, и надо учиться друг у друга. Так, на базе республиканской больницы специалистами было проведено 18 операций. Всего планируется 46 операций по исправлению челюстно-лицевых аномалий лица у детей и подростков.